Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, доброй-доброй ночи. У кого какое время, у кого какая страна. С вами Вивьена на канале Вивьена «Эзотерика и жизнь». А на канале Ведуньи Вивьена вышло очень интересное видео. Посмотрите его. Оно говорит о шансе, который нам дает уже Вселенная и дает на очень короткий срок. И что означают всякие манипуляции, которые мы можем делать, делаем на коже. Посмотрите, это очень нужное видео, потому что те, кто хотят пойти к свету в 4G, в 5G, должны это учесть. А также заходите в Telegram, подписывайтесь, ссылка в Telegram прямо в описании. Если не можете по описанию, то по номеру телефона. Плюс потом все цифры. По этому номеру можно заказать индивидуально расклады и предсказания, а также чистки, потому что Вивьена очень хорошо чистит, и у Вивьены есть поток с хрониками Акаши. Можете в Телеграм зайти и сказать: дайте мне, пожалуйста, ссылку на группу, если не можете по ссылке сами зайти по приглашению. И еще идут запись на рождественские гадания по акции. Так, и мы начинаем. Этот у нас канал для нас, для наших отношений, мужчины и женщины. И у нас сегодня такой расклад. Рассказывает ли он о тебе, ну, будем говорить о тебе, кому-нибудь? Он может рассказывать, понимаете, вот, говорит, у него нет никого, он не рассказывает. Он может рассказывать в каких-то соцсетях, он может рассказывать просто... Едет образно, я говорю, в троллейбусе, просто как в поезде. Человеку иногда нужно как-то высказать. А иногда рассказывают друзьям и близким. Даже, между прочим, рассказывают женам. Вот такие есть поросенки мужского рода. Ну, давайте смотреть. Сначала мы будем смотреть, успокоились. Только вот в медитации дается правильный ответ. Вы слышите мой голос, и ваш мой голос вас успокаивает. Вы слышите, вас успокаивает, вы входите в эту транзакцию. Это тоже транзакция через меня на этого человека. Потому что смотреть будут только те, и подойдет только тем, которым действительно этот человек. Думаем о нем, представляем его с открытыми глазами. Что у него сейчас на данный момент энергетически? Так, энергетически думает о деньгах. Ух ты. Сейчас у него какой-то... Знаете, он очень думает о деньгах энергетически. Прям вот такое вот состояние. У кого-то, может быть, страсть какая-то разыгралась, но больше у него идет, что он как-то думает о деньгах и даже, может быть, думает о каких-то теневых деньгах, за какие не надо будет платить налоги. Какие-то, может, дополнительные заработки, еще чего-то в конверте. Ну, в общем, он об этом сейчас думает. Его волнует вопрос материальных благ, денежных благ. И все это такое вот немножко темноватенькое под луной. Энергетически, да. У него что-то такое, что, ну, может быть, думает о каких-то корпоративах или думает о каких-то встречах с людьми, потому что нужно что-то писать или какие-то приглашения. И опять денежные средства на это. А знаете, ему так хочется, нафиг надо это все какие-то все отмечания, еще что-то. Он говорит, отрубить бы все это и спокойненько спать и вообще ни о чем не думать. Да, он действительно хочет как-то, вот у него такое состояние, вот быстрее вот это заканчивалось, и другое все отрубить не хочу, надоело. И даже состояние здоровья, может быть, не очень, да. Потому что, знаете, вот у него последнее время были какие-то такие вот вещи, или у него отнимались какие-то материальные блага, или какое-то было воровство на материальном или на духовном уровне. Вот знаете, у него такое, что... Вырвали из него что-то. Кража. И ему хочется все это оторвать. Вот все это хочется вырвать.
Поэтому он и думает о деньгах, да, и о самом себе. Человек очень внутренне эгоистичен, но это ни плохо, ни хорошо. Главное, чтобы это было не во вред другим людям. Он думает о себе. Вот так вот подходит. Смотрим далее. И уже будем смотреть, рассказывает ли он о тебе. Вы не выпали, у него сейчас другие задачи. У него сейчас что-то связано с деньгами, с его переосмыслением. Рассказывает ли он о тебе кому-то? Могу сказать. Про рассказ пока не знаю. А про то, что он за вами следит, да. Через каких-то друзей, через интернет, через чего угодно подглядывает за вашей жизнью. Рассказывает ли он... Знаете, и он рассказывает, а ему кто-то что-то рассказывает о вас. То есть он следит, прослеживает как-то вашу жизнь. И это ложная информация. Ему врут, а он, наверное, верит. Да, потому что, знаете, у него почему-то идет внутренняя какая-то ревность. А мы спрашиваем, рассказывает ли он о ком-то, а тут идет, что ему чего-то рассказывают, и эти данные не правда о вас. Эти данные с лживостью. Там 10% правды, а 90% врут. И у него после этого такой вот... Ух ты, всех сейчас возьму. Так, рассказывает ли... Вот здесь вы вышли. Вы для него внутри женщина мечта, женщина желание, женщина как гром с ясного неба. Женщина, которая как иллюзия ворвалась его в жизнь. С кем бы он сейчас ни был, но он о вас думает. Понимаете, дома и реальная жизнь, и даже когда и мужчины, также очень многие, у них вот это... А в этот момент они представляют, что они с той, с которой они хотели бы быть. Кому он рассказывает о вас? Знаете, вот если у него очень маленькие дети, или есть какие-то животные, мне говорите, вы так сравнили. Да, потому что маленькие дети, они такие, они еще те, которые не умеют разговаривать. И знаете, вот если у него есть такие маленькие дети... то он рассказывает им о вас. Вот укачивает тихонечко и рассказывает. Если у него есть просто животные, ну, просто, может, кошки, собаки, еще кто-то, у кого-то игуаны, он, разговаривая с ними, рассказывает о вас. Потому что он знает, что именно они, что маленькие дети, которые не умеют говорить, ничего не расскажут, что животные никому не передадут его истинные мысли и чувства, его эмоции. Вот так-то кому он рассказывает. Еще он рассказывает, когда молится или когда думает о Боге, о Творце. В церкви может рассказывать, если ходит в церковь. Я вам просто образно говорю, потому что у каждого человека по-разному, подходя к иконам, просто рассказывает о вас, потому что знает, что никто не услышит и никто не передаст. Да, и знаете почему? Он в своей жизни уже получил по башке кирпичами. И поэтому он знает, что бла-бла-бла может очень плохо обернуться. Давайте тогда смотреть, а что он рассказывает о вас? Что он рассказывает о вас? Здесь опять первая карта. И вот сейчас мы на эти колоды смотрели. Она показывает, подсматривает он за вами. Вот как бы, знаете, подсматривает и... Даже в этом состоянии он крадет у вас энергию. Потому что даже зайдя на вашу страницу, допустим, или через кого-то там зайдя на страницу вашу посмотреть, он берет у вас часть энергии. Вообще выдающая энергию. У кого-то очень сильные способности. Кто смотрит, девочки, у кого-то очень сильные способности. Мы посмотрели, то есть узнали. Рассказывает он вот кому. Может, у кого-то еще, но вот у нас вот в раскладе получилось так. Что он рассказывает о вас, вот когда рассказывает? Он говорит, что вы очень для него желанны. Для его вот этого жезла вы очень желанны. Что он рассказывает? Он на самом деле говорит, да она настоящая ведьма.
околдовала, очаровала, очарована, околдована. Вот когда у меня Рустик вот так вот во время раскладов, и когда я лично с людьми работаю, начинает вот так вот подвывать, он стерилизованный, поэтому, то есть, просто он так любит у нас разговаривать. И значит, всегда я говорю, значит, все точно. Что он рассказывает? Он рассказывает, что, знаете, возможно, вы уже, у вас разрушились отношения, или вы на расстоянии на каком-то большом. И вот, знаете, он вот такое вот ощущение от ваших отношений, что это как будто сбросится с горы или с башни. Думаешь, во спасение, а летишь-то снизу, сверху вниз. И что он говорит? Да, понимаете, человек этот может жить с кем угодно. Свободный он, не свободный, нам пока не показало, но у некоторых, возможно, что и не свободный. Показало, что он о вас думает. Вы для него, говорю, да, королева любви. Сколько вы там весите, какого вы роста, ему вообще это все равно. Вы для него вот это вот очень желанное, настоящая ведьма. Как будто вы его, вот понимаете, сбросили с неба на землю или наоборот, с земли на небо. В общем, такое идет. Что он говорит, когда он рассказывает о вас? Он говорит, что у него и другие, и были, и есть. Это могут быть и интернет какие-то переписки, и живые люди, девочки и мальчики. То есть я имею в виду, потому что смотрят там некоторые мужчины, чтобы вы интерпретировали под себя. Он веселился, веселился, веселился. И что он, вот когда он рассказывает, он говорит, а теперь пришло время перемен. Ужасное время перемен. Время, когда нужно полностью все изменить. Карта смерти. Карта смерть говорит о том, что... Ну, иногда она говорит о смерти, но здесь вот... Нет, здесь именно говорит, что нужно полностью изменить свои мысли. Он понимает, что что-то происходит, и вы что для него значите, и что в жизни что-то происходит. Что он рассказывает и говорит? Он говорит, он выбирался, то есть выбор все делал, то тудыма, то сюдыма, и довыбирался. И сейчас ему надо предстоять сделать выбор. Знаете, этот человек рассказывает, как он рассказывает, что он хотел бы вас увидеть, поехать, обнять по-новому, новую дорогу, новое что-то. Вот как бы начать сначала, ну, после башни особо начало не очень. Что он говорит? Да, он обращается к высшим силам, к Богу, к Творцу. Ну, просто вот обращается, чтобы ему помогли разобраться. На данный момент этот человек, вот он вышел у нас, он вышел как король мечей, который все рубит, вроде делает правильно, но который все рубит. И внешне может быть очень холодный. Может быть, на нем форма. И может быть, он где-то далеко и в этой форме. Может быть, просто работает там, где одевают спецовку. Но этот человек, какой бы он ни был, может быть, холодный внешне, но внутри у него тоже бьется сердце. Он просит его защитить высшие силы, потому что он сейчас в какой-то мясорубке. И что он говорит, как бы то ни было, что вы его пара. Где бы он ни находился, видите, выпало, я же не нарочно выкладываю карту. Мужчина – король мечей, и вы – король мечей, и вы – королева мечей. Королева мечей, которая тоже внешне, возможно, может быть холодная, показывает какую-то холодность, на самом деле очень горячее сердце, и которая знает вот эту вот охранную такую вот вещь, приумножать как благосостояние, подсолнухи. Помогая мужу быть, ну, мужу, мужчине быть рядом с ней. И он это рассказывает, что вы действительно та женщина, которая должна быть около него. Это он рассказывает тем, кто никогда ничего не передаст. Да, возможно, есть еще и другая женщина, которая... И он это рассказывает, что он подозревает, что есть какая-то другая женщина, которая делает какие-то не очень хорошие вещи именно эзотерически и по темному ремеслу,
Почему он это предподозревает? А потому что у него состояние, как подвешенного кролика. Почему? Потому что вот он раньше был такой любвеобильный, а теперь у него как-то больше расчетливость идет. Ну что он еще вообще думает и говорит? Вышла карта, которая говорит, что он думает о деньгах, о благосостоянии, о том, чтобы увеличить это благосостояние. У него действительно сейчас больше идут проблемы денежного характера, материального характера. Может, покупка недвижимости, может, кредиты, может, еще что-то. Какие-то недоплаты идут. И вот он это все просто, что кому можно рассказать? Да, взял свою собаку, дай Джим на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой повоем при луне на тихую безлунную погоду. Помните? Вот точно так же. Потому что это животное не расскажет никому. Он пытается чего-то друзьям сказать, но друзьям он говорит неправду. Он вот чего-то такое как бы отнекивается. Что он вообще сейчас? Вот давайте посмотрим, а что он хотел бы вам сейчас? Вот именно вам. Вот он кому-то может рассказывать, а что он хотел бы именно вам сейчас передать? Посмотрите, что он хотел бы передать. Что он в задумках, в придумках, и ему кажется, что вы его окончательно отодвигаете со своей жизни. Он сидит и не знает, что делать. Венера Милосская там где-то сзади уже. Все разбросано, так же, как его мысли и его чувства. Что он хотел бы вам передать? Он хотел бы вам передать, что вы действительно светоч его жизни. И что бы он еще хотел вам передать? Что вы всегда останетесь там у него внутри. Что вы часть его, свое не отдам, чужое не возьму. Он, живя какими-то другими реальностями, потому что не всегда же любовь, морковь, помидоры, живя просто жизнью, он сказал себе внутренне, эта женщина будет всегда в моем сердце и в моей душе. Я ее никогда не забуду. Она всегда со мной. Пишите в комментариях. Силы света и силы добра. Вы со мной и за меня. И свое имя. Или в начале имя, или в конце. Подписывайтесь в Телеграм, пишите «принимаю», «приобретаю» также. Принимаю, приобретаю. И вот эту фразу, которую я вам сказала. Радости, счастья, успехов. Пока-пока.